Образование в десногорских школах становится еще интереснее. 29 сентября в местных учебных заведениях открылись центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Это нововведение реализуется по всей стране в рамках национального проекта «Образование». Сейчас мы говорим о компетенциях, о навыках, о тех умениях, которые помогут вам получить желаемую работу, достойный заработок, достойный уровень жизни. Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных учебных заведений сельской местности и малых городов. В Десногорске площадкой для всероссийского проекта стали первые 4-е школы. В них будут внедрены новые образовательные технологии и методы воспитания учащихся. Школьники смогут под новым углом взглянуть на привычные предметы – технология, информатика, ОБЖ. Положили мы на носилки, теперь мы что делаем? Фиксируем, да? Чтобы во время переноски больной не упал. Центры «Точка роста» оснащаются современным оборудованием – 3D-принтерами, видеокамерами, летательными аппаратами. На данный момент школа номер 4 уже получила конструкторы для создания программируемых механизмов и тренажеры для отработки и оказания первой медицинской помощи. Кроме этого, центр получит современное оборудование пространства «Трансформер», которое очень быстро позволяет сменить один вид деятельности на другой. Обновленная материальная база будет подкреплена и повышением квалификации преподавателей. Это часть реализации программы центров «Точка роста». Тем самым, помимо привычных предметных областей, детям будут предложены новые направления дополнительного образования. Это такие направления, как шахматы, робототехника, 3D-проектирование, ну и многое другое. Оснащение центров проводится согласно условиям национального проекта образования и должно быть завершено к концу текущего года.